здравствуй, красная девица, говорит он, будь царица, и роди богатыря мне к исходу сентября. На некоторое время большой зал Дворца культуры Яуза превратился в волшебный мир. Здесь поэзия Александра Сергеевича Пушкина оживает в музыке. Выразительный голос актера театра и кино Михаила Полицеймака погружает зрителей в классику русской литературы – сказку о царе Салтане. Благодаря игре симфонического оркестра Московской областной филармонии возникает симбиоз искусств. Звучит Римский-Корсаков под руководством заслуженного артиста России Виктора Луценко. Родители и дети, вот они окунутся в настоящий мир классической музыки и настоящий мир классической поэзии. А все вместе получится просто поразительная, замечательная сказка. На большом экране мультимедийное оформление. Сказочная атмосфера завораживает ребят, которые только-только приобщаются к русской классике. Юные мытищинцы не могут оторвать взгляд от сцены. Так мальчишки и девчонки проводят свои каникулы в дневном пришкольном лагере. Нас очень много, мы очень любим посещать культурные какие-то мероприятия. К тому же, когда нам предлагают ДК Яуза, они очень разнообразные, очень насыщенные программы, интересные, поэтому с удовольствием приходим сюда. Прошло 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Однако творчество писателя не подвластно времени. Его произведения воплощаются в различных формах и любимы многими. Лала Керимова, Алина Сари, Первый Мытищинский.